Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велена. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Пошла. Вперед, плотва. Эй, есть кто живой? Если да, можете выходить. Вы уже в безопасности. А, ведьмак! Что тут случилось? Нильфгардцы пришли. Грабили... Искали золото, будто оно у нас когда-то было. Кто их перебил? Не вы же? А я-то и не знаю. Должно быть, те бестии, каких вы поубивали. На моей памяти это первый раз, когда гули пришли выручать деревню из беды. А выгляди они заказы ведьмачьи начнут принимать. Что случилось, то и случилось. Чего ворошить? Вы что-то скрываете, я собираюсь узнать, что именно. Да нет тут ничего. Даже черные ничего не нашли. Не стой на пути.
Это работа гулей. Это был неравный бой, у него не было шансов. Челюсти способны раздавить панцирь. Его ударили о землю с большой силой. Внутреннее кровотечение. Запах крови еще сильный. Попробую пройти по нему. Там ничего нет. Следы ведут к этому дому. Что здесь случилось? А что тут должно было случиться? Опасность никуда не делась, и только я могу вас от нее избавить. А я почем знаю? Послушай, если ты мне все не расскажешь, вы все можете умереть, понятно? Ты готов взять на себя такой груз? Под деревней ходы. Ходы? Развалины эльфские. Мы оттуда выгребаем потихоньку всякие разности для новиградских купцов. Никто не думал, что оттуда что-то полезет. Раскопали мы одну каморку, а там спала бестия. Подпорки мы посворачивали, чтобы свод обвалился. Ну, должно быть, чудище не прихлопнули. Как выглядел этот монстр? Под землей темно было, я не видел. Тогда как он убивал нильфгаардцев? Я сбежал, так что не рассматривал. Давай сюда ключ от двери. Ты хочешь туда войти? Нет, я пролью воск по бородке ключа и угадаю, кто сидит под землей. Ну давай. А теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Вы докопались до логова чудовища, засыпали вход, но нильфгаардцы откопали его заново, когда искали сокровища. Бестия убила черных и вернулась в логово. Вы хотели их похоронить, но трупный смрад приманил гулей. А потом появился я. Так все и было. Не иначе. Теперь я спущусь вниз. Если меня долго не будет, бегите. Заколачивать дверь гвоздями толку нет. Из туннелей наверняка есть другие выходы. Клочки меха. Это и Кима. Она залегла здесь в спячку и дремала, пока мужики ее не разбудили. Доски наверняка можно поднять.
пробитый доспех, разорванные артерии. Боги! Он вышел живым! Под землей дремала Экима. Старая. Думаю, спала там много сотен лет. Экима? Вампир. Он вас больше не побеспокоит. А вы отрезали ему башку и пробили сердце осиновым колом? Я сделал все, что нужно. Не спускайтесь больше в эти туннели. Экимы поодиночке не живут. Мы вас, правда, что не нанимали. Но, должно быть, вам причитается. Причитается, причитается. Плати. Удачи. Скатертью дорога.
Но! Nah.